Из помощника в угрозу газ превращается только тогда, когда к нему относятся халатно. Это простое правило инспекторы Госпожнадзора и сотрудники газовой службы регулярно напоминают потребителям голубого топлива. В пятницу сотрудники ведомства прошлись по квартирам в 30-м микрорайоне. На территории города Иваново с сотрудниками пожарной охраны совместно с работниками газовой службы ежедневно проводятся поквартирные обходы на предмет соблюдения обязательных требований по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутриквартирного газового оборудования. Газ есть практически в каждом доме, но не каждый абонент знает, что раз в год газовое оборудование должно проходить техническое обслуживание. И это относится не только к плите. Также при помощи специального прибора проверяют трубы и места их соединения. Все должно быть герметично. В случае утечки анализатор даст знать. Он запищит и будет загораться. Здесь индикация. В данном случае все в порядке? Да. Ну и, конечно, водонагреватель. Его не просто проверяют на исправность, но и чистят. В процессе эксплуатации здесь скапливается огромное количество пыли. Коллектор должен быть в чистоте. В противном случае колонка начинает коптить и забивает сажей аларифер. А чем это может произойти? Колонка не греет воду, продукты сгорания идут не в дымоход, а в помещение. Пока специалисты проверяют газовое оборудование, инспекторы инструктируют жильцов. Если вы почувствовали в квартире запах газа, незамедлительно выключите газовое оборудование, откройте форточки, не включайте и не выключайте свет. Не пользуйтесь зажигалками и спичками. О проведении планового ТО специалисты «Газпрома» обычно сообщают заранее. Заранее размещаются графики на нашем корпоративном сайте. И за 3 дня до проведения мероприятий на местах общего пользования расклеиваем объявление о том, что будут проводиться такие-то работы с указанием времени и даты. Несмотря на то, что следить за сохранностью газового оборудования и вовремя предоставлять его для ТО специалистам – обязанность каждого абонента, большинство дверей для инспекции так и остались закрытыми. Все жильцы, которых не оказалось дома, получат уведомление с номером телефона, позвонив по которому можно назначить визит специалистов газовой службы на удобное время. Проверка исправности оборудования – обязательная процедура. После нескольких уведомлений без внимания абонентам грозит штраф от 1000 до 2000 рублей. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.